ради нашего славного дела. Я глубочайше признателен этому невероятному знаку доверия с их стороны. Но случись вдруг какое-либо несчастье, неблагоприятное для моей репутации, я умоляю всех присутствующих здесь помнить, что ныне я с полной искренностью заявляю, что недостоин занять этот пост. Да, никто лучше него не годится на этот пост. Я хочу заверить Конгресс, что я никакое вознаграждение не могло бы искусить меня принять это колоссальное бремя. Мы знакомы? В самом деле, откуда вам помощь? Идемте, Коннор, я хочу вас представить. Я стану вести учет всех моих расходов. Простите, что вмешиваюсь. И кроме компенсации, но не хватало только, чтобы дело дошло до драки. Ничего не желаю. Коннор, позвольте представить вас новому главнокомандующему. Джорджу Вашингтону. А, так это вы спасли Сэма и Джона в Лексингтоне. Это сделали патриоты. Я просто оказался рядом. И скромен, и отважен. Нам бы побольше таких людей. Прошу прощения, но я должен поговорить с Чарльзом. Похоже, он не слишком доволен тем, что его обошли. Был рад знакомству, Коннор. Скажите, вы разыскали Питкерна? Говорят, он окопался в Бостоне, под охраной тысячи солдат. У вас появится шанс, только если его выманить. К счастью, мы планируем наступление на Бостон. Именно с этой целью. Нашими войсками командует Израэль Патнем. Отдайте это ему. Он обеспечит вас всем, чем нужно. Он сейчас в лагере у Банкер-Хилла. Благодарю недалеко вас. От города. Не за что. Я делаю, что могу. Питкерн очень опасен. Надо быстрее от него избавиться. Тоже касается и Чарльза Ли. Это отдельная история. Ее пока лучше отложить. Поезжайте в Бостон, Коннор. Я вас снова приветствую в Кредо Ассасинов 3, друзья. Мы видели Вашингтона. И чувствуется, в этой серии мы тоже не будем отправляться в океан на корабле. Давайте пообщаемся. Да, у нас там есть меточка, с кем пообщаться. Вы еще здесь? Я только хотел узнать, что теперь? Дел по горло. Командующий Вашингтон скажет, где наносить новый удар. И надо поработать над заявлением. Заявлением? Нужно немедленно связаться с прессой и рассказать всем, что первыми в Лексингтоне стреляли лоялисты. Но неизвестно, кто был первым. Именно поэтому надо действовать быстро. Завоевать симпатии народа. Это нечестно. Возможно. И что? Все должны верить, что мы защищались. Иначе нас обвинят в измене. Но это так. По-вашему, лучше склониться перед тираном. Вы этого хотите? Конечно, нет. Нельзя лишать людей свободы, но лгать ради нее – это весьма скользкая дорожка. Поймите, Коннор, эта война ведется не только на поле боя, но и в умах, и в сердцах. Немного приврать не страшно, особенно если это спасет жизнь многим. Ну, вроде бы общались. Так, ну давайте наверх еще. Посмотрим, что здесь. Как старый Флетчер помер, эльф-драконы стали бессовестно разбавлять. Она... К слову, вам удалось найти нового помощника? Могу порекомендовать моего племянника. Славный, честный и смышленый юноша. Так, ну здесь просто такие своеобразные диалоги. Между собой что-то там общаются. О. Так, ну здесь я ничего не вижу такого интересного. У меня такое ощущение, что мы увидим здесь подписание декларации. Все к этому ведет. Тут ключевые фигуры, в принципе. Ну ладно, пойдемте, выходим отсюда.
Посмотрим сейчас, куда отправимся. Так. Снова маяк тут. Надо туда сгонять как-нибудь. Давайте карту взглянем. А, нам выходить совсем, да? Слушайте. А это наша деревня. Это наша деревня, да. Блин, потом как-то не очень удобно перемещаться. Воу. А я отправлюсь сюда. Задание в поместье. Нам нужны помощники. Так, бежать далеко. Так, где нам туда? Кстати, можно лошадь вызвать, да? Ага. Погнали. Ну все, мы прибыли. Здесь довольно так. Ага. Опасненько. Получай по заслугам, бунтовщик. Прошу! Нет! Не лезь! За твое это дело! Понеслась. Что случилось? Они потребовали весь наш урожай. Орен отказался. Они убили скот, засыпали солью землю и взялись за нас. Дальше вы видели. Боюсь, нам нечем вас отблагодарить. Ничего не осталось. Возможно, вы могли бы кое-что сделать. Что угодно. У нас небольшая община неподалеку. Почва тут щедрая. Нам понадобятся свежие овощи, зерно или кукуруза. Как только отстроитесь, наживете добра. Вы так добры. Мы непременно придем. Спасибо. Ну, отлично. У нас еще... помощники появились. Так, где лошадь? Тут опасно. Мне это не нравится. Ну, в принципе, нормально. Так, теперь отправляемся. Наверное, сюда? Да. И здесь вроде дополнительных заданий у нас нет. Пообщаемся. Хорошо, перемещение здесь быстро есть. Рад видеть тебя, брат. Надеюсь, вторжения прекратились? Пока что. Ты тревожишься. Вдруг они вернутся? Вдруг их станет больше? Мы должны были послушать тебя. Может, тогда были бы лучше готовы. Не бойся, я присмотрю за нашим народом. Но хватит ли этого? Так, отлично. Так, его ждет работа. Что ж, здесь больше не с кем общаться. Давайте, наверное, сразу... Ой, карта. Наверное, сразу... Что? А у нас почему-то мы не можем тогда переместиться быстро. А нет. Ладно. То есть надо непосредственно к точке перемещения.
в таком случае... Ближайшее это вот здесь. Что ж, я думаю, сейчас, значит, будет миссия продолжаться. Так, лошадь, дайте мне лошадь. Распаунилась так. А то она в основном сзади где-то распаунится. Так, сюда. А, ну в принципе близко. И даже можно не переключаться. Думаю, так быстро добежим. Доскачем. В общем, здесь зачищать точки нужно будет. А это что? Давайте нападем. Так, снова у нас тут... Я вот этот возьму, наверное. Ну кто какой прыткий? Неудобная позиция у меня. Ограбить фургон? Даже какое-то задание выполнили. Ну, пусть будет. Иди сюда. Какое-то третьестепенное задание выполнили. Да, почему бы нет. Ну, такое дело. Штуку, по-моему, нам накинули по финансам. Все, мы на месте. Значит, сейчас задание будет основное. Мне нужен Израиль Патнем. Кто вас послал? Сэмюэль Адамс. За мной! Это не Банкер Хилл? Да, это Бритц. Тут были разногласия насчет того, где стоять. Что слышно из Бостона? Тори притихли. А когда пытаемся наступать, теряем людей. Патнем и прочие хотят расставить артиллерию на холмах. Хорошая шрапнель может заставить Томми передумать. А что Джон Питкерн? Этот негодяй хитрющий лиса. Он наезжает иногда, постреливает из пушек, дразнит нас. Ну ладно. Он свое получит, и скоро. Да вам прям война идет. Патнем там впереди, не ошибетесь. Мне плевать на ваши отговорки, господа. Нам следовало встать на Банкер-Хилле. Бритц ближе к городу, но и ближе к их чертовой артиллерии. Наши приказы поступают от людей, не знающих положения вещей. Нам нужно руководствоваться собственным разумом, смотря по обстоятельствам. Я не понимаю вашего вздора, что вы несете. Что тут понимать? Я хочу обеспечить нам победу. Да что вы знаете о победе? Я убил волчицу в логове одним только ножом. Я спасся от индейцев Канавага, которые хотели сжечь меня живьем. Я один выплыл, когда наш корабль потонул в битве за Гавану.
Так что простите, но я не стану следовать вашим советам. Генерал Паттнэм? Что? Я ищу Джона Питкерна. Мне сказали, вы можете мне помочь. Он засел в городе и носа наружу не кажет. Пока этот корабль продолжит обстрел, нам его не выманить. Но если прекратить обстрел... Тогда ведь Джонни будет вынужден покинуть Нарум. Я подам сигнал, когда все сделаю. А я скажу речь на ваших похоронах. Пройдите по Чарльстауну, не получив повреждений. Ничего себе. Там нападать будут. Надо аккуратно. А, нет, не нападать. Бомбить. Ну а как тогда? Ё-моё. Опасно? Ничего себе. Так, надеюсь, добежим. Кирпичи нам не вредят, вроде нет. Погнали, погнали. Отлично. Не получили повреждения. Так, это вот эти два корабля. У них позиция хорошая. Солнце за ними. То есть на них смотреть их не видно. Так, я здесь не зайду. Так, а что надо? Давайте посмотрим. Так, подожгите порох на кораблях. Убейте гренадера с воздуха. И оставайтесь незамеченным на корабле. Да. Давайте сзади тогда. Они все смотрят в ту сторону. Сейчас определимся. Так, запретная зона. А вот и порох. А что если... Шечи свалить. Получится. Получится. Да. Это мы быстро. Ой. Что-то он не плыл. Чуть не сдох. Слушайте, один корабль мы быстро сложили. Так, а с этим что делать? Так, один я вижу, его легко убрать. Так, гренадер. А где его найти? Вон он, а вот он. Так. Все, погнали, корабли. Нет, 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 пошел нафиг. Во, убираем. Нет, не успел. Так, ладно, ждем. Он туда-сюда ходит. А где гренадер? Я видел, по-моему... Вот он. Будет немножко... Сложно, наверное. Так, надо подождать, когда он пройдет. Иначе я просто спалюсь. Эх, ёлы-палы, как неудобно было. Блин, а тот смотрит сюда. Совсем неудобно. Так, ладно, ждем. Все, сейчас уберем его. Гренадер где-то там. Порох можно поджечь, но видите, мне надо
с воздуха убрать его. Ёлы-палы. Нет, меня здесь нет. Давайте того уберем теперь. Слушайте, они падают прям конкретно. Сложно? Нет-нет, слезь. Слезь. Здесь опасно. Вот он. Так, гренадер пошел туда. Ушел. Нет меня здесь, идите нафиг. Блин, чуть не спалили. Мне он тот дальний не нравится. Как же гренадеры, наверное, только с мачты. Но чтобы с мачты убрать, надо всех убрать. Там справа я заметил один ходит. Те двое никак, потому что этот смотрит в эту сторону. Наверное. Да, он смотрит к тем двоим. А гренадер по кругу гоняет. Так, смотрим, что с этим. Ой, а этот как удобно ходит. Так, гренадер туда пошел. Этот сейчас там встанет. Вот и все. А вот это не все. Если сейчас гренадер спалит меня, это будет плохо. Иди сюда. А он меня спалит. Он меня не спалил. Ух. Ладно. Но его надо с воздуха. Так, мы пока еще не спалились. Надеюсь. Не, ну красненько это не загоралось. Так, те двое. Что с ними делать? Я даже не представляю. Может, когда гренадер уходит, тогда только начинает уходить. Слушайте, я здесь не залезу. А, вот. Залезет? Да, залезет. Нет, слезь. Я по тому же пути пойду. Как того убирал. Так, гренадер. Идет сюда. Как он начнет уходить в ту сторону, я убираю тех двоих. Если уберу. Все, погнали. Нафиг. Я сейчас наверх туда залезу. А, можно вот здесь залезть. Он там так удобно ходит. Я как раз меньше спалюсь. Я вот на ту штуку залезу. Так, он палит. Те двое. Какого хрена, говорит? Что здесь произошло? Наверняка. Все, он, короче, забил. Да, он забил. Или не забил. Это называется или не забил. Придется на другую мачту залазить. Блин, это как-то не очень удобно. А, нет. Он просто шарахается, что ли, я не пойму. Опять остановился. Да, он там просто отвлекся. Он тупо там находится. Сейчас его попробуем убрать. Надеюсь, там можно с мачты на мачту перелезть. Там вроде веревки есть. Проверим. Ага. Да, можно. Фух. Я, конечно, не
не думал, что так будет. Слушайте, сложненько немножко. Немножко непривычно. Где? А, он все уже. Блин, ну ладно. Ну и все, он наш. Только где он? Отлично. Поджигаем. И бабах. Отлично. Так, залезть на мачту и замените флаг. Ёлы-палы. Так, ну давайте с этой стороны. Чё, снова лезть? Вот на эту штуку, наверное, залезем. На ту мачту. Потому что я что-то там не вижу. Можно здесь, в принципе. Наверное, да? Давайте попробуем. Главное не разбиться. Будет фейл еще тот. Так. Отлично. Хорошо. Ну что, погнали. Война надвигается, называется. Часть 7. Продолжаем. А, задание. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Найс. Отлично. Итак, сядьте в седло. Отлично. С кораблями разобрались. Вон они горят. Ха, блин, немножко такая запаристая была миссия. Ладно. Расколошматили город. Ну что, подлутают, он не сильно поврежден, в принципе, там горит, что-то кареты горят. Вообще не там циркушка, по-моему, разлетелась в хлам. Щепки. Вот здесь где-то слева. Да, вот она. Нам пришлось как раз здесь свернуть. А куда мы идем-то? А, мы же здесь и спускались. А, мы на обратно идем, точно. Тогда я вперед. На этот холм надо, да? Да, точно. Их больше, говорите вы. У них лучше оружие. Но я не боюсь. И вы не бойтесь. Да, их больше, но им не хватает веры и решимости. Но не нам. У нас дисциплина, порядок. А главное, жажда победы. Мы верим. Так что будьте бдительны, берегите пули. Цельтесь лучше и, умоляю, Бога ради, не стреляйте, пока не увидите белки их глаз. Черт меня дери. Ха, получилось. Отличная речь. Боюсь, сплошное вранье. Но пока что мы держимся на нем. А что Питкерн? Как я и думал, он покинул Бостон и встал на Молтон-Хилле. К нему не подобраться. Смотрите, что творится внизу. Попробуйте обойти их. Или ждите, мы проведем их ряды. Нет времени. Придется пробовать напрямую. Вы опять предлагаете невозможное.
не вижу вариантов. Это потому, сынок, что ты совсем спятил. Я вернусь за вашими извинениями. Так, проберитесь через поле боя, не получив повреждений? С ума сошли. А как? А, это как в трейлере у нас было. В начале, да. Это поле то самое боя, как в трейлере. Чё, пригнись? А, тут залпы. О, пули. Так, подожди-ка, еще раз пули. Ложись, горячит. И сразу пули погнали. Кирпичу очередному блоку этому бетонному. Точнее, камню. Какой там бетон. Так. И погнали к следующему. Так, справа дерево. Тихо. Погнали к дереву быстрее. Так, слушайте, нам еще три... А, здесь я не вижу пуль. Нет, слишком вылез сильно. Так, в укрытие он кричит, и надо пару секунд ждать. Полторы секунды. Погнали. Давай, беги. Есть, прошли. Ух, ё-моё, там все красное. Наверх. Видно, как раз... Давай наверх. Чё там идут? Я не хочу с ними сейчас связываться, ну их нафиг. Воу-воу, да, есть развилка. Ну, они вроде не видят нас на дереве, надеюсь. Ё-моё. Смотрите, сколько там карта, мини-карта вся красная. Так, там еще идут. Надеюсь, нас не заметят. Так, переждем. Ну их нафиг. Можно на пролом, но ну, сейчас можно уже бежать. Все, там да вроде никого нет. Да, вот по веткам, кстати, очень удобно. Они нас не видят. Так, нам надо наверх, на вершину обрыва забраться. Ну, по маркеру, как обычно, бежим. Итак. Сейчас опять задач нарежут, я думаю. Сделать то, принести это. Так. Не убивайте без нужды убито английских солдат 0 из 4 и незаметно убейте Питкерна в воздухе. В воздухе еще и незаметно? Так, мы знаем, когда прыгаем. Так, а как там вообще? Вон там цель. Так, тихо. Да, он нас не видит. Вон он на лошади. Блин, а где... О, а вон дерево. Кажется, вижу дерево. Если можно, конечно, не он... Или вот это дерево. Ладно, потихонечку. Так, внимание, запретная зона. Только не сюда. Отлично. Вы чё палите? Это контору тут. А кто меня сзади спалил? А. Ну тебя нафиг. Все, мы ушли. Замечательно. Так, ой, сколько там. Слушайте, а незаметно не получится. Блин, напугал. Реально? Так, там еще кто-то ходит. Офицер? Надо убрать его. Иди сюда. Я лучше так его уберу. Отлично. Так, там ходит. А вот и дерево само, да? Давайте обстановочку посмотрим. Так, Питкерн. А, я уверен, на флагшток можно. Нет, они меня спалят. Они прям спалят меня и все. Слушайте, может в этот... Нет, отвлечь не получится, стрельба.
слушайте. А что если вот этого офицера как приманку использовать? Да не надо, не надо. Только мне не нравится, там ходит еще чувак. Подбери его, да. Посмотрим, просто посмотрим. Выманим, нет? Вон он лежит. Давайте увидеть. Вы должны увидеть. А, не увидели. Плохо. Так, вот тот теперь гуляет там вовсю. Нет. Теперь тот патруль гоняет по кругу. Надо ближе. Сейчас он пройдет. О-о-о, плохо. Все плохо. Залазь, 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 залазь. Должны. Они загрели, увидели. Давай быстрее. Должны были, должно было получиться. Нас вроде не полили. Сейчас посмотрим, 100% синхронизация будет, нет? Как? Зачем вам это? Чтобы спасти Адамса, Хэнкока и их людей. Вы хотели убить их. Убить? Вы с ума сошли? Я хотел переговоров. Нужно столько обсудить. Объяснить. Но теперь все кончено. Если вы не лжете, я передам им ваши слова. Пусть заложат оружие. Нужно прекратить войну. Почему они, а не британцы? Думаете, мы не просили британцев о том же? На все нужно время. И все бы удалось, если бы я сыграл свою роль. Роль кукловода. Лучше нам дергать за нити, чем им. Нет, нити надо оборвать. И всех освободить. Да. И всех поселить в воздушных замках. Ты убиваешь как мужчина, но говоришь как дитя. Сколько еще умрет из-за тебя? Лучше верить во что-то, чем не во что вообще. Лучше помогите сворачивать лагерь, чтоб я больше этого не видел! Черт побери! Генерал Паттнэм! Вы живы? Чего не скажешь о Питкерне? Что ж, поздравляю. Но это уже не важно. Я дал приказ отступать. Потери слишком велики, и ради чего? Если Тори так нужен этот холм, пусть подавится. Вот что самое важное. Сейчас это не важно. Ну что еще? Не может быть! Они хотят убить Вашингтона! Как говорится, вот это поворот. Ну что, друзья, я уверен, что у нас получилась 100% синхронизация. Надо было, кстати, вот того первого солдата тоже убрать и офицера. Офицер как приманку подкладывать. Наверное, лучше так надо было сделать. Ну что, увидимся в следующей серии. Обязательно оценим видео, подписываемся, комментируем, делимся им. Всем счастливо и всем пока.